Эфектыўнасць доказана. У Магілёве для збору смеці паспяхова выкарыстоўваюць заглыбленыя кантэйнеры. Кожны з іх можа ўмясціць да 5 кубаметраў адходаў. А чысціня ў дварах свайго роду бонус. Пілотны праект магілёўскага спецаўтапрадпрыемства пераўтварыўся ў перадавы. Плануецца набыць яшчэ 5 такіх кантэйнераў і спецмашыну. Пра фінансавы і эстэтычны бок наступны матэрыял. Центр Могилева – тульский дворик. Утульность тут створают не только пригожая детячая пляцовка, але и отсутность смети, потому что оно под землей у заглыбленным контейнеры. Резервуар 4 метра глубиной, внутри великий мощный мех. На подъем и выгрузку контейнера уходит мало времени. Ну, 5-10 минут. При выгрузке мусор не высыпается. А гэты контейнер по Пушкинским проспекте 21 у Могилёве 5-й по лику. Конструкции доказали свою эффективность, не глядячи на немалый кошт – 21 миллион. Один герметичный контейнер заменяет 7-8 звычайных. Ни паху, ни раскиданного сметья. Жихары задоволенные. Мусор не разбрасывается, когда вот ветер какой еще хорошо. Ну и так, и коты, ничего нету такого. До того ж, частное обслуговывание скорочается, его объем 5 кубометров. Смети выводится 3 раза на тыдни. Специалисты говорят, цалком этот резервуар еще не наполнялся. В каждом контейнере установлена противопожарная система. Это когда загорается, то включается система, и он водой заливается. Сам себя тушит? Сам себя тушит. Контейнеры поспяхово прошли выпробование морозом и снегом. Дякуючи герметичности, поветра и вильгать сюда не трапляют. Меркуется, что колькость туда контейнеру у областном центре повеличится, але их наявность зусім не отмовляя по особный сбор смеття. На кожной пляцовце у этих дворах размещены контейнеры для паперы, шкла и пластику. Павел Савицкий, Кристина Каранкевич, Виталь Алексеенко, Новини регион.